Попробовал сделать сырники. Взял вот такой вот сетан-сыр. Это в Максе. Вот. Ну и вот что получилось. В принципе, что получилось? Чуть-чуть подрумянились они у меня. Но выглядит красиво. Не знаю. Посмотрим, что получилось. Да, что у меня удивило здесь, это мука. Мука. Тут я взял вот такую вот муку. Она желтая. Она прямо внутри. Она желтая-желтая мука. Ну, видимо, хорошая мука очень, я так думаю. Ну, в общем, вот так вот. Мука. А, да, еще, конечно же, я положил туда обязательно ванильный сахар. Вот этот вот сетан-сыр. Яйцо одно. И мука. Вот, в принципе, что получилось. Попробую потом. Настало время попробовать. Что же такое получилось? Давайте посмотрим. Первый раз я пробую. Приватный. Вот. Посмотрим на срезе, как он получился. Ну, а срез очень хороший, я считаю. Да, очень хорошо. Так, с чем же я буду его есть? Я буду его есть с вот такой вот сметанкой. Мне она очень нравится. Это 20% сметанка. Вот. И... Ну, сметана просто шикарная. Что могу сказать? Видите, она какая? Вот она прямо... Вот такая вот шикарная сметана. Сейчас я посмотрю, как здесь. Вот. Сейчас попробуем. Кстати, сахара я туда не клал вообще в сырники. Да, кстати, и сетан этот сыр, интересно, чем? Он не такой, как я покупал в Лидле. В Лидле немножко другой сетан-сыр. Сейчас я покажу, если я найду в холодильнике. Да, вот. Вот в Лидле продается вот такой вот сыр, сетан-сыр. 25%. Он... Не такой, как этот. Этот сыр немножко более похож на такие сыры, которые... Ой, такой творог, который у нас был, как сказать, ближе к мягкому творогу. А этот сыр, вот видите, какой он сетан-сыр в Лидле. И еще тот сыр, солененький немножечко. Этот сыр вообще не соленый, совершенно не соленый сыр. Абсолютно, там соли совершенно никакой нет. Вот. Так что потом, может, в следующий раз попробую из такого вот. Но это 25% жирности. Это 9% жирности. Творог. Вот. Ну, что еще нужно? Еще нужно найти мне и посыпать чуть-чуть сахара. Повторяю, что я сахар сюда не клал вообще. Чуть-чуть посыплю сахара. Вот. Ну и давайте продегустируем. Так, я еще раз разрежу на 4 части лучше этот сырничек. Ну, чтобы лучше было бы мне прочувствовать. Тем более он еще может быть горячий до сих пор. Я его только недавно совсем жарил. Так, пробуем. Ну что, мне понравилось. Смотрим на его структуру. Вот видите, да? Такой вот, такая структура у него. Они, конечно, еще очень горячие, но очень хорошо, что он чуть-чуть немножечко солоноватый. Этот сыр, вот который я делал, который 9%. До конца уж распробую я
Сейчас. Вот, смотрите. Вот такой вот. Структура. Да. Вкусный. Немножко необычный сырник. Потому что наверняка просто потому что здесь творог такой вот более к мягкому. Ну, как брикет, так тоже бывает. Кстати, 9% творог. Но в принципе он очень даже вкусные получились сырники, да. Вкусные. Да, еще раз покажу, что за сметана. Вот такая 20% сметана здесь. Да. Ну ладно. Эксперимент удался. Все, отлично.